Сегодня мэр Казани Эльсур Метшин ознакомился с ходом строительства двух гостиниц. Их возводят к предстоящей универсиаде. Отель трехзвездочный, расположен рядом с метро и развязками. Первых гостей планируют принять в апреле этого года. В проекте гостиниц есть конференц-залы и рестораны. Ложка дорога к обеду – это тот самый случай, что вы к универсиаде запускаете. У нас сегодня 2146 номеров строится, которые будут к универсиаде готовы. На 25% увеличим номерной фонд.